А сейчас новости спорта. Рубрика Лыткарина «Спортивная» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Старатели» и «Славянское подворье Л». Первенство города Лыткарина под хэквондо. 16 марта во Дворце культуры «Мир» прошло первенство города Лыткарина под хэквондо для начинающих спортсменов в возрасте от 5 до 9 лет. Мероприятие началось с показательных выступлений опытных тхэквондистов. После были награждены Шатаев Денис и Паримузян Артем, занявшие 2 марта в городе Юбилейный второе и первое места в первенстве Московской области по тхэквондо. В первенстве приняли участие 25 мальчиков и девочек. Главный судья соревнований Михаил Жоков, обладатель черного пояса 2 дан, отметил, что несмотря на юный возраст, воспитанники показали высокий уровень подготовки. В результате бескомпромиссных противостояний первое место в разных весовых категориях заняли Мустафаев Энвер, Глухов Андрей, Шлычков Григорий, Пискунова Лизавета, Шувалова Варвара, Ершова Мария, Кириков Данила, Бухаров Павел, Новичков Егор, Толмачев Александр, Тимофеева Светлана. От всей души поздравляем юных спортсменов с первыми наградами. Желаем дальнейших спортивных побед и успехов в достижении целей. Новости баскетбола. До свидания, плей-офф. Здравствуй, кубок. 16 марта в Малаховском институте физической культуры прошел третий матч игр плей-офф первенства Московской области по баскетболу. Первый состав баскетбольного клуба «Кристалл» занял 8 место в регулярном первенстве, поэтому в первом раунде плей-офф нам досталась команда-победитель сезона «Спортакадем-Метеор» из города Жуковский. Напомним, что первый матч 8 марта в Малаховке лыткаринцы проиграли, а ответный матч 15 марта в Лыткарине выиграли со счетом 97-92.
Судьба выхода в следующий этап плей-офф решалась в третьем матче. Первая четверть хорошо удалась латкаринским баскетболистам и закончилась со счетом 25-23. А во второй части матча игра наших ребят была неубедительной. После первой половины встречи наши уступали 15 очков. Латкаринцы не сдавались, упорно лезли вперед, показывая зрелищную игру в атаке. Но, увы, жуковчане были чуть сильнее. Матч закончился со счетом 92-82, не в нашу пользу. Хочется отметить второй состав баскетбольного клуба «Кристалл», который занял почетное второе место в первенстве. Новости баскетбола. Победа в первом кубковом матче. 18 марта в Латкарине в спортивном комплексе «Кристалл» прошла встреча 1/8 финала розыгрыша Кубка Московской области по баскетболу. Латкаринская команда «Кристалл» принимала команду «Спартак» из города Люберцы. Первая половина встречи прошла в обоюдоострой борьбе, и лишь в конце второй части матча нашим ребятам удалось создать отрыв в 10 очков. Далее преимущество нашей команды лишь увеличивалось. Отлично сыграли Алексей Федуров, Сергей Фуфурин, Кирилл Поляков, Никита Сизов и другие. Матч закончился со счетом 100-74 в пользу Латкарина. Ответная игра состоится 29 марта в 12:30 в спортивном комплексе «Спартак», город Люберцы. Приглашаем болельщиков. Команде нужна ваша поддержка. Установка на игру была не проиграть. Тут важна разница, а не победа, потому что это игра на кубок, а не плей-офф. Плей-офф уже кончился, мы проиграли. Вот, на кубок важна разница, поэтому мы играли на разницу, побольше забить, забили 100 очков, неплохо. Но коллектив свой все равно остается, команда первая, вторая, со всеми на тренировке играю, со всеми в жизни, вижу, слажу. Ребята все молодцы сегодня. Большие, конечно, здорово сыграли. Поляков, Федуров, Алексей. Свою игру как оценил? Плохо сыграл, хорошо? Не, конечно, сначала не пошло, а потом трешка полетела. Начал забивать. Вроде неплохо сегодня сыграл. Настрой боевой всегда. Даже не был бы это кубок или игра какая-нибудь, тренировка, всегда надо выигрывать и биться до последнего. Как говорит наш тренер. Break it down. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Латкарина спортивная» компаниям «Старатели» и «Славянское подворье Л». Роман Завьялов, Георгий Саркисян, Александр Тестов, телеканал «Латкарин».